Всем привет! 19 апреля на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийной мелодрамы под названием «Чужие грехи». В центре сюжета Дарья Грин, обычная домохозяйка и мать двоих детей. Она неожиданно потеряла своего горячо любимого мужа. Ей казалось, что страшнее этого ничего не может быть. Но ее жизнь очень скоро превратилась в настоящий кошмар. Полиция подозревает ее в убийстве собственного мужа. Проблем становится еще больше, когда дочь, желающая помочь матери деньгами, связывается с похитителями людей, и она чуть не пополняет ряды похищенных девушек. А сын, считающий теперь себя главой семьи, ввязывается в незаконные дела, а наркоторговцы придумывают хитрый план и подставляют его. Прошлое теперь кажется красивой сказкой, в отличие от мрачного будущего, где сохраняется возможная опасность и ожидает печальная неизвестность. Разобраться со всеми этими проблемами Дарье предстоит самой, потому что верить, как оказывается, некому. В этом убеждена Даша. Или все-таки есть кому?